они начали драться. Ой, Юля, ну что с тобой, Вася, заткнись, я делаюсь, а понятно, ну заклевал нужно, это вообще самая белка, ты супергерой. Я сказала тебе, ты тут не самая главная, понятно, ты самая младшая. Эй, ребят, смотрите, кто-то прислал нам какое-то видеосообщение. Ну-ка, включи. Нам стала известна засекреченная информация. Мир двуногих в опасности. Их захватывают черные силы. Уныние, мэн. Скука, женщина. Капитан одиночества. И их мрачная армия ведут войну с нашими хозяевами. И победить их можете только вы. Супер-питомцы! Мы срочно должны стать супергероями и спасти мир. Точно, киса Алиса. И какими супергероями нам стать? Я точно буду Суперменом. А я буду Бэтменом. Но, София, Бэтмен — это мышь. А, ну и что? Чё, я не похожа на мышь? Ну, не очень. Слушай, Эйвен, ты знаешь, тоже на Супермена не очень похож. Ой, ну всё, хватит, а я буду Флэш. Флэш? Муха. Флэш не муха. Да не тебе, там муха пролетела. А я буду просто Капитаном Америкой. Как всегда, круче всех. Киса Алиса, а что это ты круче всех? Капитан Америка самый крутой. Миш, а ты кем будешь? Скоро узнаете. А сейчас нам нужна супергеройская амуниция. Точно, ты права. Нам негде ее найти. Нам не надо ничего искать. Аня же нам заказала настоящие оригинальные штуки от американского бренда. Buckle Down! Ух ты, это же официальная коллекция Marvel и DC. Ого, крутяк. Отлично. Снаряжаемся, ребят. Киса Алиса, ты правда Капитан Америка? Супер ошейники дадут нам суперсилы. Это точно, они такие крутые, что им не страшна ни грязь, ни стирка, и никакие силы зла. А вы видели, что на сайте написано? У Buckle Down есть все для собак всех пород и размеров. Так, а какие же у нас суперспособности? Киса Алиса, что ты там делаешь? Я набираю еще суперспособности из своей супермиски. Это неубиваемая меламиновая миска. Ее можно грызть, мыть посудомойки, ей ничего не будет, она не потрескается, не побьется, настоящая миска супергероя. Она разве не собачья? Да какая вам разница? У меня там на дне звезда Капитана Америки. Даем все, получу суперсилу. Раз у Киса Алисы есть свой суперпредмет, у меня тоже будет суперпредмет Бэтмен-поводок. При помощи него я могу перемещаться на любые расстояния. Круто, что у Buckle Down есть такие наборы. Можно целую коллекцию собрать. Бэтмен же черно-желтый. Ну я же девочка, поэтому я взяла с розовым. Но у них есть все и с классическим Бэтменом. Аня мне взяла специальную бэтменскую тарелку. При помощи нее-то я и научусь летать как Бэтмен. Все игрушки у них такие яркие. Никогда не потеряешь, как я делаю это обычно. Нет, самое главное, что они качественные. Значит, мы будем пользоваться 100 лет, если столько проживем. А это чьи суперпредметы? Я Супермен, но я решил взять себе способности еще и Спайдермена. И Дэдпула, он крутой. Ничего себе, Эйвен, ты хитрюга, а? Чтобы победить зло, иногда придется хитрить. А у Мишки Грут есть. Так каким-то супергероем решила быть. Скоро покажу. А это мой суперпредмет. Канат Бесконечность. Он тренирует мои зубы. Мой укус станет сильнее. Ого. Ага. Звезда Капитана Америки сработала. Чувствую прилив суперсилы. Ничего себе, покажи. Смотри. Раз, два, три. Я тоже себе теперь такую миску хочу. У меня есть суперспособности Аквамена. Видите, какой мне есть игрушка-талисман? Надо было мне тоже все разное брать. Но я остаюсь супергероем Флэшем. Так, так кто же у нас все-таки Мишка? Я чудо... чудо-женщина. Понятно. Ладно, но, ребят, нас пятерых недостаточно, чтобы победить темные силы. Значит, нам нужна армия. Так, вообще-то у нас есть армия. И кто это? Это же наши подписчики-питомцы. Они тоже могут стать супергероями. Класс, тогда нас будет много, и мы... Мы победим кого угодно. Ребята, походу надо спешить. Срочно объявляем челлендж. А теперь слушай внимательно. Мы объявляем челлендж питомцы-супергерои и набираем свою суперармию. Вступай в наши ряды. Придумай себе супергеройское имя. А твой двуногий пусть тебе помогает. Пусть он сделает тебе фото, коллаж или нарисует рисунок, анимацию, снимет видео и покажет, какой ты обладаешь суперспособностью. Используй супергеройский фон. Или наложи эпичную музыку. Озвучь своего питомца. Или смастери себе суперкостюм. И самое главное условие дальше. Пойди по нашей ссылке, которая вот там, вот внизу под видео, в каталог Buckle Down. И выбери, что ты хочешь выиграть в челлендже. Там не только такие штуки, как у нас, там еще очень много всего супергеройского. И потом выложи свою работу со своим суперпитомцем в Инстаграм, ТикТок, лайки, Ютуб, ВКонтакте, куда угодно. Участвовать можно где угодно. И сколько угодно раз. Главное, чтобы мы могли тебя найти и принять в свою армию. Напиши вот такую кодовую фразу. Участвую в челлендже, хэштег, питомцы-супергерои. Вступаю в армию MF Pets. Для супермиссии мне срочно нужен? В этом месте назови подарок с сайта, который ты выбрал. Например, ошейник Мстителей. От хэштег Buckle Down. Передаю челлендж, а вот тут отметь друга. Пополняй наши ряды. Передавай челлендж как можно большему количеству друзей. И делай как можно больше работ. Так у тебя будет больше шансов на победу в челлендже. 5 самых крутых суперпитомцев получат подарки от Buckle Down. Которые они попросили в кодовой фразе. А еще они попадут в наши ролики на каналах.
нравится, Алиса, а с лучшим из них мы встретимся все вместе по видеозвонку. А если ты хочешь для своего фото или видео такие же, как у нас, супергеройские аксессуары Marvel от Buckle Down, уже прямо сейчас мы дарим тебе промокод Magic. По промокоду у тебя будет не только бесплатная доставка на любую покупку от 1500, в которой есть что-то от Buckle Down, а еще и скидка за первый заказ. А еще на этом сайте есть акция «Счастливые часы». Типа покупаешь в определенное время, и тогда намного дешевле. А еще лотерея, в которой можно выиграть крутой рюкзак. И там самый-самый большой выбор официальных супергеройских аксессуаров. И есть суперменеджеры, которые помогут тебе во всем. Так что участвуй в нашем челлендже и вступай в нашу армию суперпитомцев. Проверяй все ссылки в описании. А мы, чтобы побороть любые силы зла, должны быть натренированы. Так что проживем 24 часа как супергерои. И проверим свои способности. Точно, для начала научимся плавать на любых видах транспорта, чтобы сплавляться по рекам и морям. Погнали! Вперед! Да, а я осталась тут сказать. Ставь лайк, пиши коммент больше 4 слов и подписывайся. А я чудо женщина. Вот так начались наши 24 часа живем как супергерой. Как мы тренировались на воде в нашем новом гигантском бассейне, ребята сегодня увидят в новом видео на нашем семейном канале Magic Family, оно уже вышло. И это было очень страшно. Но круто. Мы возвращались домой ненадолго передохнуть и отправлялись на следующую тренировку. Правда, Миша все время спрашивала, а нам еще не пора покушать? Нет, Миш, еще не пора. Я соорудила целую комнату коробок и тренировалась преодолевать препятствия и выбираться из самых сложных ситуаций. А мы с ребятами по очереди пытались проходить сложные лабиринты. Мы должны были догадаться, как из них выбраться на случай, если темные силы устроят нам ловушку. И нам придется решать сложные задачи, поэтому мы должны быть к этому готовы. 24 часа быть супергероем оказалось быть очень тяжело. Очень хотелось все время кушать. Каждый раз после небольшой передышки мы отправлялись на новую тренировку, потому что нам нельзя было терять время. Мы, как настоящие питомцы-супергерои, придумывали себе сложные задания. Мы не должны бояться высоты, и поэтому мы придумали себе сложный челлендж. Каждый из нас должен был пройти по узкой доске высотой 1.5 метра над землей. Потому что мы не знали, что нас ждет в этой войне с темными силами. Быть супергероем 24 часа очень трудно. Но у нас оставалось еще много часов, и мы должны справиться с челленджем. А как думаете, нам еще не пора подкрепиться? Нет, Миша, у нас еще куча тренировок впереди. Ну ладно. Тебе лишь бы пожрать. Мы тренировались очень много. Мы должны научиться не только прыгать, бегать, но и летать. А также мы должны быть хитрыми и сообразительными. Ловкими и быстрыми. Прошло всего несколько часов, а мы уже столько натренировали. Но у нас впереди оставалось полсуток, и мы не должны были сдаваться, мы должны были продолжать. А кушать еще не пора? Нет, Миш, супергерои небось вообще не едят. Затем мы отправились на тренировку в страшный лес. Чтобы учиться не бояться, потому что в этом лесу действительно было пугающе. Особенно мне, потому что я вообще трусишка, хоть и решила стать суперпитомцем. А еще я там поняла, что мне точно нужно похудеть, чтобы быть супергероем. А я, киса Алиса Капитан Америка, в это время тренировалась в слежке. Забираться на высокие деревья и наблюдать. А также маскироваться в траве и замечать вокруг любое подозрительное. Фух, но мы еще все равно не настоящие супергерои. Да мы уже столько сделали, ты что, Софи? Прошло только 12 часов из 24. Миш, у тебя на носу сопелька. Ну или козявка. А что, правда? А вот так? Теперь нет. Может, нам правда пора подкрепиться уже? Я согласна с кисой Алисой. Да. Нет, вы как хотите, я лично буду продолжать челлендж. Тогда ты продолжай, мы пожрём и присоединимся. Тем более тебе все равно надо худеть. Ах, они! Вот они, предатели! Настоящие супергерои не сдаются, и я продолжила свои тренировки. Я единственная, кто, получается, выполнял этот челлендж 24 часа, а не останавливался на пожрать. Вечно все только болтают, а на самом деле не исполняют. Пока они отдыхали, я тренировалась несколько часов сама. Я искала все способы завоевать суперсилу. Я разбивала свои суперспособности, вместо того, чтобы набивать свой живот. У нас в Инстаграме, кстати, Аня устроила мэджик-прокачку. Там все питомцы выполняют разные челленджи и задания. И самые лучшие из них выигрывают подарки. А крутые попадают в мэджик-сотку, из которой выберут победителя. Он получит 30 тысяч рублей, крутую камеру, личную встречу с нами или целых 60 килограмм корма. Вот это я понимаю, суперпитомцы. Они вот выполняют задания, в отличие от некоторых. Мы пожрали и готовы продолжать. Ага, конечно, набили животы. Какие вы теперь супергерои? София, да перестань уже. Ладно, отправляемся на следующую тренировку. А вот пусть ребята в комментариях решат, нормально мы выполняем челлендж или нет. Голосуйте за меня, потому что я самая старательная. И за нас всех тоже голосуйте. Для следующей тренировки суперспособностей мы отправились на речку. Мы хотели улучшить свои способности в плавании. Ведь скоро нам предстоит битва с темными силами. Все было для нас препятствием. Мы должны были преодолеть любую лужу и грязь. Чтобы стать настоящими питомцами-супергероями, мы должны ничего не бояться и быть способными на все.
И пока девчонки тренировались в плавании, я уговорил Аню на тренировку собаки-поводыря. Моя задача была довести ее до дома, когда у нее закрыты глаза. И я справился с заданием. А я в это время пыталась победить армию троллей. Не знаю, зачем это надо для супергероя, но было весело. А в это время мы позвали Аню на речку высушить нас. И Софи всю дорогу на нас бурчала. Юми на это злилась. Я пытался ее успокоить, но они начали драться. Хватит уже лезть! Бурчай, сволочь! Знаете, что делать? Понятно, что ты перепалочка? Ты вообще самый злой! А строишь из себя самую главную? Потому что ты на нас бурчишь, понятно? Я сказала тебе, ты тут не самая главная, понятно? Ты самая младшая. Ну что, ясно все? Ну, тут Аня нас уже успокоила, сказала, хватит ругаться, помирила и все. И все равно, я считаю, что Юми была не права. А я считаю, что это Софи спровоцировала драку. А я вообще ничего не считала. А я считаю, что питомцы-супергерои вот так вот себя точно вести не должны были, вот. А затем дома мы тренировались на то, чтобы не поддаваться на ловушки. Но у меня это плохо получалось, потому что я очень люблю покушать. Миш, так нельзя, ловушки бывают разные, и темные силы могут заманивать тебя в них именно тем, что ты больше всего любишь, например, едой. Но так сложно отказаться. Но ты понимаешь, что это может быть опасно? Они могут вот так вот взять и тебя заманить, а ты поддашься и будешь есть, и они тебя словят. Я очень хочу стать питомцем-супергероем, но отказаться от вкусняшки очень-очень-очень трудно. В этом задании Мишка вела себя просто ужасно. Никак не могла отказаться от лакомства. Хотя мы ей говорили, нельзя, ты что, это же ловушка. Но когда она видит что-то съедобное, у нее как будто отключаются мозги. Нет, все, ладно, я супер-питомец, я не буду. Вот так прошли наши супергеройские 24 часа челлендж. И мы справились. Участвуй в нашем челлендже, питомцы-супергерои. Переходи по ссылкам внизу в описании. На сайт Бэклдаун выбирать подарки и в Инстаграм, чтобы делать свои посты. И новые видео на канале Magic Family смотри. Увидимся!